Похоже на подготовку проведения каких-то боевых действий. Вот тут сразу у меня в памяти вспомнился Афганистан, что вот вроде бы все спокойно, тихо, что значит никаких вроде бы таких факторов нет, но очень много людей, люди в военной форме, без знаков различия, но и много техники, которая вся стремится в эпицентр. К этой станции. Вот это было первое впечатление, что здесь идет подготовка к серьезным каким-то действиям. И они напоминали боевые. Когда я в 86-м выехал из зоны, пришел к доктору в военный госпиталь. Ну, нас тогда раздевали догола, все мерили. Он говорит, я причем приходил, бирку срывал с майки, трусов отрывал, ехал к доктору. Ну, чисто нужно ехать. Я приезжаю к доктору, он говорит, ну, снимите майку. Померил и выбросил. Я говорю, так я только что, как бы, вот полчаса как к вам доехал. Он говорит, она уже заражена, вам нельзя в ней ходить. Вот настолько тело было, как бы, пропитано этим. Это такая глыба, что начинаешь крутить ее, она у тебя не вмещается ни в памяти, ни десь в душе есть відголосок якийсь чогось. Но, загалом, Загалом, отак воно все було. Ще не набирає висоти. Я плавлю стиль, я превращаюсь в дим. Із космоса смотрю, как факелом горю. У смерти не обнимешь простоты. Вижу, как слетают ангелы на саркофаг, выносят наши души в облака, покоя вечного снискать. Вот сейчас Господь апостолам отдаст приказ ворота рая обгоревших нас по экипажу пропускать. Я выполнял там, да, такие специфические задачи, как сотрудник Комитета государственной безопасности. Поскольку я въехал вот в то место единственным и первым, то мне пришлось вот с властями взаимодействовать, искать сельсовет, помогать, потому что во многих селах те, кто должен был вывозить людей, к сожалению, уехал раньше людей. И поэтому нам приходилось самим выезжать, помогать людям, убеждать в том, что нужно уехать. Все вдруге в житті я мав нагоду пересвідчитися в тому, що навіть в найскрутніших ситуаціях, а вони виявляють характер, може, більше, ніж спокійні такі обставини, в найскрутніших ситуаціях є завжди, якщо ти сам людина непогана, є завжди приємний момент.
ты набываешь новых друзей. Первое время было ощущение, что ты делал работу, которая не приносила какого-то результата конкретного, как на войне. Вот взяли высоту, прошли, да, четко, выиграли там. А в Чернобыле, да, я ощущал свою нужность тем, что вот конкретно делал все то, чтобы люди не получили каких-то доз радиации, чтобы вывести мирное население на тогда. Вот я четко знал, что мы начали там 2-го, 10-го закончили, и точно там никого не было. В этой зоне приходило ощущение легкости от того, что все, людей спасли. Було встановлено заборонену зону радіусом 30 кілометрів. І майже 116 тисяч мешканців евакуйовано до менш забруднених районів протягом кількох місяців після аварії. Заборонену зону згодом збільшено у півтора рази. Нам приходилось, проти того, що старушек із бур'яна достали, я пам'ятаю одну, там 78 років, ми уговаривали, санітарку подогнали, гуділи, іскали її в лопухах там, вот, а потім знайшли, санітарку відправляли. Народ тяжело уїжджав з міст насіжених, коли говорили, бери паспорт, документи і пішов. З вертольотів поливали певним таким остров, такі рослини якісь, такі бордового цвіту. І заливали все, дахи, будівлі, траву, там, площі, все, що можна було, заливали цим. Згодом виявилося, що це просто відходи цукрової промисловості, звичайнісінькі. А весь сенс в тому полягав, що відбувається швидше остекленіння, воно застигає, застигає. І коли ми йдемо по траві, і трава під цими нашими спецчоботями подзвонює, побрякує, то ми зараз тут провіднили затіватися. А я просто, якщо так шумить, і нічого цього звуку нема, то треба звідти виходити. Нужно було обеспечувати, щоб люди станцію внутрі очистили. От там її вже мили, будемо говорити, вплоть до того, що щотками, з моющими растворами внутрі. Значить, примінялись і средства такі, як нанесення пленочних растворів, от як, значить, скотч. Наносится, потом, значит, этот скотч снимается, и загрязнение с этим скотчем опять нужно было хоронить. И можно представить, что вот внутренние работы по дезактивации станции сколько сделали вот этих отходов радиоактивных. Снимали активность, но тем самым загрязняли значительные объемы, их надо было хоронить. Людей приходилось уговаривать, не везите с собой подушку, нельзя газовую плиту везти. Прибор подводит, посмотрите, а там доза, превышающая все уровни. Не, или шапки пыжик, вы знаете, ценность в то время была? Говоришь, нельзя, там все там. Нет, только с собой. А мне приходилось принимать волевые решения, все это мы, я бы не сказал, изымали, а просили настойчиво оставить, и с тем, чтобы люди понимали, что это не пойдет в пользование вот тех, кто отбирает. Отгородил площадку возле пункта санобработки, все складывал. Остановилась колонна, два автобуса, помыли людей. И вот один из детков встал и организовал сам митинг. Мы возвращаемся, нас не знамо куда везут, мы без документов, все, люди назад, мы никуда не едем. Ну а я пришел и представился, старший лейтенант Ребека, комитет государственной безопасности. Я пережил шок. Дед упал передо мной на колени. И стал просить, сынок, не вели казнить. Я говорю, ты что, дед, встань. И когда дед расстегнулся, то я увидел на его груди, он вот этот пиджак взял, который с медалями, с орденами. Я был в шоке. Вот так вот, все обвешано. Вот, я говорю, так вы же мне помогать должны. А вы что делаете? Посмотрите людей, вы же воевали, вы же знаете, что это такое. Он говорит, дай мне слово, что мне ничего не будет. Я говорю, я даю вам слово, вам ничего не будет, потому что я знаю, что вы как ветеран, вы поможете, мы будем вместе и все. Он развернулся, говорит, все в автобус, все, и уехали. На мне поставил крест четвертый блок час. Вот и все, окончена игра. Мертвый город, Припять, который мы знаем, что есть деревни брошенные, есть там маленькие какие-то городишки, которые в депрессивных районах нашей страны. Но когда город с 16-этажными домами
разрушается вот эти все 20 лет, это производит впечатление. Ну и сама станция, она не работая, последние 5 лет она ветшает и имеет тоже такой гнетущий вид. Місто Прип'ять з населенням у 45 тисяч, де проживала більшість працівників станції, було повністю евакуйовано. І за межами забороненої зони побудовано нове місто – Славутич. Ну, там вроде бы как была такая, понимаете, затяжка. Там не видно сразу, сразу не убивает. Сразу не видно последствий этого. Хотя вот похожего было много. Что чем больше познавал предмет и знал, что да, через 10 лет будет подъем лейкемии, через 15 лет будет подъем рака, и дальше этот рак будет увеличиваться. Эти цифры, которые вот мы и факты, с которыми мы знакомились, они, в общем-то, говорили, что да, мы получили отсрочку, но патрон уже заряжен, и он обязательно выстрелит. Різке збільшення випадків захворювання раком щитовидної залози серед дітей з постраждалих районів – документально підтверджений серйозний наслідок радіоактивного опромінення для здоров'я людей. Такий діагноз було поставлено приблизно 800 дітям віком до 15 років, головним чином у північній частині України і в Білорусі. На початку, коли ми почали знімати, їх було 16. А коли ми нещодавно знімали тих героїв, що були тут у Києві, це було якесь 15 чи 16, чи що, і вже залишилося 5. Внутрішнього страху немає від того, що туди їдеш, якоїсь фобії не відчуваєш. Але коли в'їжджаєш, через час-півтора починаєш відчувати якийсь... Вот такое почувствование. Я обязательно смотрю в зеркало и знаю, что у меня горят щеки, вот, во рту пересыхает. Ну, вот так организм реагирует. Ни на смак, ни на запах, ни на, ни на что. Вы не можете... В чем уж весь жах радиации? У перші тижні по аварії, у радіусі 10 кілометрів від майданчику реактора, деякі тварини і рослини отримали смертельні дози опромінення. На рослинах проявлялись такі явления, які називались морфозами. Це значить проявлення в одному поколінні. Появлялись на деревьях листья большого размера, которые уже на следующий год опадали, и такого размера не было. Ну, просто как лопухи. Но они не повторились потом. И следующее поколение этих растений не дало их. Вот они были первые 2-3 года, а потом они ушли. Двери открыты и на порозе. Сидит пацюк, но я таких крыс не видел. От пола, на задних лапах, переднего, так вот, носом идет, и вот такой вот ростик, и хвостом еще там что-то ходит. Я встал и замер, с переляку, я тоже боюсь крыс. Я рублю крок назад, а він крок до мене. Я крок назад, а він крок до мене. Я ручку повертаюся и бігом. Забігаю, отдихаюся в коридорі. І думаю, що ж це таке, Боже ж ти мій. Я говорю, не зійти, я говорю, ну, що то, я говорю, якийсь непорядок, ви розумієте, туалет, відкрита дверь, сіла огромна криса. І доволі агресивна, я відступаю на камеру, вони переглянулися, я говорю, а яка криса? Ну, розмір, я говорю, от. Не переглянулися, это Машка, выдра, надо было ей кусок хлеба кинуть. Первое время там вместе с дикими животными жили и домашние животные. Куры разбежались, с деревень ушли, жили в лесах, но их быстро лисы съели. Там есть очень много краснокнижных животных, которые туда вернулись, которые там образовались. Ученые со всего мира могли этих животных наблюдать, которые уже нигде в мире не существуют, а живут хорошо в зоне. И те люди, которые сегодня там работают, они не знают, что с ними будет, хотя догадываются, что постоянное пребывание в условиях радиоактивного заражения никак здоровью не поможет. Они повернулись до своих сел, в зону, огорожену, загорожену, дротом кончено и так далее. А они все-таки и стояли эти не контрольно-пропускные, а я бы сказал, контрольно-непропускные пункты всюду.
їх ловили і не пускали, ну то і природньо цілком. І кожен по-разному для себе знаходить мотивацію нахождення там сьогодні роботи в наше складне економічне час. Були впевнені, що поки там наука, поки там якісь, як вони казали, інженери, професора придумають, як цю роботу забрати, щоб можна було знову на землі щось робити, то ми її, вона видужає від наших рук, вони свято вірили те, що вони повернуть цю землю своїм одвічним, своєю одвічною працею на землі. Вони дадуть їй нове здоров'я. Радіоактивний цезій відклався на ґрунтах. Тому у перший період більшість сільськогосподарських і лісових продуктів були забруднені. У зв'язку з поглинанням радіоактивного цезія корінням рослин, забруднення їх все ще може зберігатися. Коли ми знімали, то розмовляєш, задав питання якійсь бабусі. А вона каже, ну синку, ну ти глянь, ну ти дивись. Ну що тут, ну я приїхала, от це ж у мене це, я глечики привезла свої старі, я тут все зробив, ти диви, як дерева, все це занихає, ну я все це, ну правда ж, ну от ви ж теж тут, ну радіація у вас, ви боїтесь радіації? І от запитала ти, що тому, що я не міг дати наступне питання, бо мене тут пережимало горло. І вона говорить, ну чого ж ти мовчиш, ну чого ти мовчиш, ти боїшся? Я кажу, та мені вже пізно боятися. Я так і видавив себе, вичавив і більше нічого не міг сказати. Але їх було на початку 1500, а зараз ледве 500. Тепер, як будто з Богом я в родні. Прольються сльози міра і по мені. Вода падет с небес за то, что принял крест в невидимом чернобыльском огне. Как бы мы ни называли ее, там зона отчуждения от кого? Разве можно отчуждать территорию от народа, от нашей страны? Как бы ни было, это наше Полесье. Але що теж медицина так би, помітила і занотувала, що люди похилого віку в зоні, їх життя було довше, ніж тих їх одноліток, котрі були відселені в Чисті, в Орзедам, ці нові села побудовані спеціально для них, ті від тоски вмирали. Я знаю, что на то время были специально соответствующие приказы, которые ограничивали подачу информации о том, что происходит. Я думаю, что до сих пор все то, что происходило, оно завуалировано вот в такой форме. Чисто людская халатность, небрежность, мягко говоря, привела к взрыву. А объяснено для всех, нужно было как-то объяснить, чтобы оно как-то случилось. Ведь масштабы огромные, и оправдаться и на то время перед миром, перед страной, перед своими людьми могло бы повлечь тяжелые последствия. В 88 году мир уже год жил со словом «гласность». Это было правильно, это был тяжелый удар, это был такой душ. Это такой был не холодный, это кровавый душ, который люди поняли, что последствия этой катастрофы – это несравнимы ни с чем. Из денег, выделенных Советским Союзом на ликвидацию последствий, было украдено несколько миллиардов рублей. Эту информацию доводил тогда еще генеральному секретарю Горбачеву мой друг, который погиб трагически 3 года назад, сотрудник спецслужбы Анатолий Ермак. Вся работа коллеги была построена на том, чтобы все эти денежки, которые выделены, направить все-таки на ликвидацию. Но, к сожалению, пару миллиардов не дошло. Рублей на то время, прикиньте. Ну, наверное, можно было тогда еще саркофаг хороший построить, чем сейчас перестраивать. Сейчас все равно будут ее строить. Объект укрытия. Это не хороший саркофаг? Нет, не хороший. Он очень нехороший. Использование этой атомной энергии в военных целях показало, что это оружие страшное, которое убивает людей, которое разрушает и не оставляет никакой перспективы для будущего. Использование в мирных целях, оно внушало нам, значит,
такую веру в будущее, изобилие, энергия дешевая. Однако Чернобыль тоже дал свой сигнал и показал, что эти два способа никуда не идут, и, в общем-то, с ними нужно очень осторожно. Мир на этом в каждый дом точно попадает теперь же. Тот лозунг, который тогда был, он точно выполняется. Надо сказать, что Чернобыль изобрел и третий способ использования атомной энергии в личных целях. Вы и сейчас можете знать, что многие политики сделали свою карьеру на этой катастрофе. А те, кто там что-то делал, естественно, сразу стали забывать. Потому что жизнь идет, крутится. Держава сначала издала закон, по которому казалось, боже, я же обеспечен до конца жизни. Но мы ощутили, что все те популистские обещания, даже облеченные силой закона, никогда не выполнятся. Никогда. И чем дальше шел срок, было понятно, что никто ничего не даст. До сих пор ни афганцы, ни чернобыльцы никак не защищены. Четко, чтобы могли спать спокойно. Никак. Я знаю, что вот сегодняшние усилия свои, сегодняшний труд я положил и буду ложить своими друзьями на то, чтобы объединить людей вокруг этой беды, чтобы они избавились от страха быть больным, а чтобы они жили. Реабилитировались 20 лет спустя. Кто-то еще под страхом живет. С тем, чтобы они знали, что вместе мы поможем друг другу выжить. Мы один раз в год можем... Да, было. Но вот тут разрешается пустить слезу. Никуда не денешься. Я даже слезу не могу удержать, когда вижу людей в Чернобыле, когда они собираются, зажигают свечи перед памятником и смотрят на нас с надеждой. Их эти думы, они как бы, они заставляют вот внутри прямо так нехорошо становится. Вот тогда немножко себя жалеешь. Вот накатывает то, когда-то вспоминается. И пока слетают ангелы на саркофаг, выносят нашу душу в облака, покоя вечного искать. Каждый раз Господь апостолам дает приказ в ворота рая обгоревших нас по экипажу пропускать. Накатывает то, когда-то вспоминается. Вот тяжело становится. Но это всего на один день. И всего нам на пару минут.